И сначала об экологии. Качество воды в домах курортного района будет выше европейских стандартов. Об этом заявила сегодня Валентина Матвиенко на торжественной церемонии в Зеленогорске. Там открыли после реконструкции водопроводную станцию. Губернаторы Петербурга встречали хлебом, солью и очищенной по новым технологиям водой. Модернизировали не только фильтровальный зал, но и установили вторую ступень очистки. Это 6 так называемых скорых напорных фильтров. Оказывается, в артезианской воде Зеленогорска в 20 раз больше железа и в 8 раз больше марганца, чем положено. Теперь, по словам специалистов, все показатели будут в норме. Чтобы наглядно продемонстрировать волшебную метаморфозу, перед гостями поставили 2 сосуда с очищенной и еще не очищенной водой. Мы только что разговаривали с жителями Зеленогорска, они даже не поняли, что произошло. Они сказали, что вода была и цвет желтый, и осадок. Сейчас это абсолютно новая вода, вкусная, чистая, качественная. Оборудование на Зеленогорскую водопроводную станцию привезли из Польши и Соединенных Штатов Америки. Самые современные. Через 3-4 года, говорят руководители водоканала, на европейские очистные технологии перейдет весь курортный район. Валентина Матвиенко пообещала поддержать эту программу. Так что в ближайшее время работы начнутся на месторождении подземных вод под Сестрорецком и Солнечным.